Значит так, доброе время суток. Сегодня у нас отчет такой Dubai International Hotel. Это гостиница в аэропорту. Это значит у нас план по пожарной, по эвакуации. Короче, такая вот дверь. Короче, цена здесь, сразу скажу, не маленькая. Так, что у нас тут дверь? Ну, поехали дальше. Вот так выглядит комната. Тут что у нас на входе? Значит, так, вот тут у нас система регулировки кондиционера. Санузел пойдем сразу. Далеко у нас сюда посмотрим. Давайте санузел, а потом уже пойдем в комнату. Значит, что у нас здесь? Вот подмываться, унитаз. Стандартное такое все. Телефон. О, сидишь и по телефону разговариваешь. Кому это надо, я не знаю. Может, кому-то это и нужно. Так, это тут душевая у нас. О, душевая у нас, шампунь, шауэр-гел, кондиционер. Все есть. Вроде бы более-менее чисто. Салфетки. О, весы, чтобы взвешиваться. Так, что у нас здесь за принадлежности? Это что у нас? Банана инбайс. Сейвинки. А, это для шитья. Да. Для шитья. Набор. Угу. Расческа. Кому-то она нужна, кому-то она не нужна. Это на сети. Шапка для душа. Ванитики. Ну, это парфюмерный этот. Принадлежность. Это что у нас? Это зубная щетка. Это все по две штуки. Это мыло. Это для бритья набор. Что интересно здесь? Тоже для бритья. Но здесь какие-то пасты. Это все отлично. Потом фен. Зеркало. Большое зеркало. Бодилосьон. Это крем для тела. Ну все, поехали. А, вот тут еще этот. Раз халат, потом вот еще два халат, утюг, гладильная доска, еще подушка. Что здесь у нас? Ага. Чтобы почистить обувь, две штуки, это лопатка для обуви и эти тапочки. Одни я уже взял, вон там лежат. Так, сейчас пробежимся по комнате. Ну, это кровать. Отлично. Такая все. Все мягкое, все такое отличное. Это я уже говорил. Так выглядит комната. Значит, тут что у нас? 4 бутылки воды. Это все бесплатное. Тут кофейные принадлежности. Это значит сливки для кофе. Кофе. Чай разный. Сахар, сахарин, что это еще здесь, ванила, да, кофеварка, кофе пить, короче. Поехали дальше, что у нас здесь, став депозит локер, это этот, сейф, о, работает, не работает, не буду проверять, это этот, мини-бар, он открывается картой, так что я его не буду открывать, наверное, может он сразу автоматически срезать деньги. Так что я его трогать не буду. Я и не спрашивал. Так. Вот здесь еще одно место. Все, втроем можно спокойно заходить. И вид прямо в терминал. Это значит, он находится в терминал, в терминале номер 3 Дубайского аэропорта между... Не между, а где-то гейт Б, а вон там он, Б17. Ну, с внутренней стороны только. Ну, вот как-то вот так это все выглядит. Они тут даже сразу написали мне расписание моего полета, куда я лечу. Короче, все здесь есть. Ну, так это, кажется, все. А, во, 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 во. Здесь еще
эти затычки для ушей. Телефон. Ну, пульт, телевизор, соответственно, тут что-то еще, какие-то принадлежности. А, ну все.